Привет всем, меня зовут Константин Симонов. Мы продолжаем знакомить староскольцев с нашими спортсменами. Старый Оскол, как известно, ранее был городом баскетбольным. Ранее мы привлекали к себе таких спортсменов. Сегодня мы являемся городом-донором, однако это тоже почетно. Рядом со мной сегодня, прошу любить и жаловать, Влад Шамрай. Привет, это парень, который играет в баскетбол в городе Краснодар, а команда называется «Локомотив Кубань», правильно? Да. Влад, первый вопрос, естественно, сейчас на каникулах приехал. Как попал вообще в команду в Краснодар? Позвонили тренеру, пригласили на просмотр. Приехали и оставили. Традиционно с нашими спортсменами играем в 33. Влад, давай попробуем, кто из нас окажет поточнее. Я не бросал 1000 лет мяч, но все-таки. Когда первый раз взял баскетбольный мяч? В 5-м классе. Товарищеская игра была в школе. Приехали драконы, команда тогда называлась, 2005 года. И меня позвали поиграть с ними в товарищескую игру. Потом подошел к тренеру, попросил визитку и пришел на тренировку. Помни, может быть, свои какие-то первые тренировки, первые ощущения в команде. Ты знаешь, мне кажется, всегда волнительно, я сам себя помню. Заходишь, как-то даже немножко страшно, прям даже в раздевалке. Это было в 28-й школе, там подготовительная группа была. Туда сначала пришел, там мы 2 шага просто пробовали делать. Потом мне тренер сказал после этой тренировки, там был основной состав уже, после подготовительной, уже начал с ровесниками тренироваться. Расскажи про смотр. Приехали, 3 дня отдыхали, сдали тесты на ковид, потом начали тренироваться. 2 недели тренировались, потом сказали, оставляем. Там все по-другому? Да. Расскажи нам, как там? Сложнее все. Школа-интернат, ранний подъем, 2 тренировки в день. Плюс школа. Тренировки другие? Да, отличаются. Подробно? По две тренировки в день. Утром 1 качалка плюс зал, и вечером стадион. ОПП тоже. Есть. Мы обычно просим наших баскетболистов показать несколько каких-то приемов, которые у тебя всегда проходят, скажем, корона, как говорится, на площадке. Давай нам продемонстрируй что-то. Я буду в роли защитника, ты атакующий. Защитник. Игрок в данном случае, да. Какие-то приемы, которые у тебя всегда проходят, есть фишки. Финт. Да. Есть какие-то финты? Такой. Покажи нам какой-нибудь финт. Кросс-степ называется, Хорошо, ты год находишься в команде в Краснодаре. За год, как считаешь, вырос и в каких компонентах игры? Скорость добавилась, прыжок, рост, физическая форма тоже. Все добавилось, все растет. Данки отрабатываются? На тренировках только. После тренировки? И после тренировки, и перед тренировкой. Пытаюсь. А прыжок как нарабатывать? Какие упражнения делаешь? Разный присед, выпрыгивание там. Сначала со штанга выпрыгиваешь, потом без нее. А каким главным качеством должен обладать баскетболист на твоей позиции? Скоростью и прыжком. Ты говоришь, что ты прыгаешь неплохо. Можно так сказать. Какой? 1,88 м. 1,88 м, это ты еще далеко не самый большой мальчик. Есть еще один мальчик ниже меня в команде. Но прыгаешь, ты говоришь, классно. Я видел твои видеозаписи, любишь данки, правильно? Да. Как бабочка, сами как ничего. Покажи нам какой-нибудь данк, залупи. Я так уверен, не нужен. Да? Там, да? Страшно. Там, да? Да. Какая-то мечта есть, наверное. Попасть в основную команду. А сборная, олимпиада, сборная. НБА, Леброн Джеймс и прочие вещи. Попасть в НБА, это, наверное, мечта у каждого. Надо стремиться. О таком еще рано говорить.
Хотя бы закрепиться, короче, да, да, в мотиве купать. Правильно я понимаю?